Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, сюрприз. Давай посмотрим, что там за сюрприз. Пришло время пошаманить. Вы начинаете игру с четырьмя дополнительными тыквами, королями, а ваш противник с четырьмя дополнительными взрывными кексами. Мне кажется, как-то несправедливо. Причем против нас, по ходу дела, заразительная сальса, да? Ну ладно, давай смотреть. Блин, самое противное, что мы когда тыкву выкладываем, ребята, он получает дополнительную карту. Вот это меня бесит. Ого. Слушай, а что ты радуешься, я не могу понять. Радуется она мне здесь. На-ка. Зомби-спортсменка, да? Теннисистка. Так, получает 1+1. Мишень. Рев динозавра. За каждую полученную карту. Да ты заканебал, а? Так, ну что нам придется с тобой тыкву, что ли, здесь ставить? Ну давай тыкву влепим. Ой, я пожалею об этом, ребят. Ой, пожалею я об этом. Хотя, если мы с тобой будем быстренько успевать делать, может быть, не пожалеем. Давай смотреть. Ты смотри, что делает. Офигенно. То есть я не нанес урона, а еще и две карты ему подарил. Молодец, Рэй, красавчик, чет. Угу, секунду. Козла выставил, да? А мы знаешь, как с тобой сделаем? Я поставлю вот так вот. И тыкву. Мы с тобой поставим тыкву. Так, что он там? Он ничего сделать не может нам. Ну вот, наконец-то что-то хоть пошло у нас. Начали наносить ему урон. Так, еще одна морковь. Ой-ой-ой, он уничтожит меня сейчас, да? А, тыкву? Слушай, ну на самом деле я думал, что ты не так сделаешь. Хорошо, мы с тобой сделаем вот так. Плюс вытянем дополнительную карту. Соответственно, наши будут прокачиваться, да? Динозаврики. И еще сюда вот тыквочку я поставлю. Давай смотреть. Поехали. Так, сейчас мы ему урона-то тут... Слушай, ну солидно нанесли. Солидно нанесли. Вот единственное, что... Так, прокачка пошла. Это кто там у тебя? Ну, я даже не знаю. Мне кажется, это... Давай, наверное, мы сделаем с тобой. Блин, как лучше. Наверное, вот так вот все-таки. Поехали. Так, смотри, сейчас, ребята, ему крышка будет. Что он тут? Ну, это фигня, на самом деле. А, он восстанавливает себе здоровье, по-моему, да, еще? Вот жук. Итого у него остается 2 хпшки. Ну, тут что он сделает? Это все ерунда, ребят. У него 2 хп. Мы можем с тобой сделать... Да вот так вот мы можем... Ой! Блин, я не так хотел на самом деле сделать. Ну все, победа за нами здесь. Да, он уничтожит меня, конечно, морковного динозавра. А тут все. Вариантов у него здесь не было. Так, друзья мои. Ну, это, грубо говоря, было у нас испытание. А теперь переходим на аренку. Так, ну мы с тобой в 23-м ранге. Золотая лига. Замех. Ну что, попробуем за него начать. Как ты помнишь, в прошлой серии он довольно неплохо себя проявил. По крайней мере, мне понравилось. Ё-моё. Против ночного колпака, который у нас 29 ранга. Вот такие вот пироги. Ну что же, давай рискнем. Как тут лучше сделать-то, я даже не знаю. Ну, предположим, вот так. Я так понимаю, что ночной колпак будет здесь играть грибной колодой. Так что, ребята, готовимся к самому худшему. Ну, об этом я тебе и говорил, что он будет
Вот такие вот дела вытворять. Только не грибы почему-то, а он решил играть за орехи. За эти... Смотри, 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 испугался. Испугался. Ну, значит, он прикидывает уже, да? Что у меня есть, типа... Давай, наверное, так вот сделаю. И вот так. Угу. И рикошет случайного зомби. Тьфу. Допустим. Он, конечно, будет сейчас набирать свои эти горошины, что мне, как говорится, не очень нравится. Если я поставлю этого, интересный вопрос. Давай тогда сделаем вот так, наверное, все-таки. Будет убирать его или нет? Смотри-ка, он ничего не стал делать. Интересно, ладно, поехали. Так, медик. Что-то я, честно говоря, даже не знаю пока, что мне здесь сделать. Давай, наверное, вот так вот попробуем. Сейчас он будет либо заклинашки применять, да? Либо кого-то выставлять. Ну давай, не томи, ё-моё. О, как. Интересно, и к чему? Неужели прокачка? Ах ты, что он творит, ребят, посмотри. Вот он как сделал. Так, погнали тогда с тобой вот так сделаем. Главное прожить нам здесь, поехали. Да блин, твою же налево, блин, у него еще эта фигня. Что он гриб вызовет, сейчас сюда поставит. Тынь-тынь, и этот атакует. А, он по-любому же, да? Заколебал, а? Этот гриб. Так, ну что, бомбим сюда. Понятное дело. Все, да? Угу. Так, ну что мы с тобой можем здесь замутить? Мы с тобой заметим вот это вот. Ох ты. Ты смотри, что творит, а. Раз, два, да. А мы с тобой ничего не сможем сделать здесь, к сожалению. Так. Кому там атака принесет? Сюда. Куда я тут? В лицо. Допустим, ребят, допустим. У нас еще есть медик, не забываем об этом. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну давай сюда потратим. Так уж и быть. Вот оно как, да? Ну что, предлагаю здесь захиляться. Давай, давай, давай. Так, у него две карты. Что он там делает? Ха-ха. И наносит три урона. Окей, поехали. Пиу. Так, ну что, ребята, теперь самое интересное.
Теперь самое интересное. Мы сделаем с тобой следующим образом. Чтобы нас не пробили на всякий случай, да? Мы поставим с тобой вот так вот и вот так. А дальше пускай что хочет, то и делает. Че он там? Ну, тебе в любом случае, парень, крышка. В любом случае, да? Вот так вот мы с тобой справились с ночным колпаком. Я не знаю, ребята, он... Видимо, ему не повезло именно с этими... С фасолинами. Потому что иначе бы тут было бы... Трешовенько все. Но у него ничего не получилось. Так что, ребята, двигаемся дальше. За кого сыграть нам? Я хотел за супермозга поиграть. Так, если мы поменяем колоду ему. Так, хочу просто глянуть, кто у него тут и что. Привет, привет. Че, давай рискнем, наверное, вот этой вот колодой сыграть. Мне кажется, конечно, тут... Ну, как тебе объяснить? Блин, вот этих вот, может быть. А профессор у нас что делает? Я вот не помню, он... Так, при использовании все зомби-лаборанты наносят бонусную атаку. При использовании все зомби-лаборанты. А лаборанты это у нас кто? Я вот не помню, лаборанты это... Вот, по-моему, лаборант, да? Нет, это пиратка ледяная. А кто же лаборант-то у нас? Чё-то трындец, я... Лаборанты у нас вот этот. Потом, кто у нас тут еще? Чё-то я не пойму. Лаборанты. Короче, ладно, ребят, давайте попробуем сыграть. Или все-таки сыграем пока за этого, за замеха. Давай за замеха попробуем добить с тобой вот эту вот 24-й ранг, а потом пойдем уже сыграем за супермозга. Трындец, сыграли. Цитрон достался мне. Надо было, блин. Ну, ребят, не все время, да, как говорится, выигрывать нам. Где-то надо и проигрывать. Желательно поменьше. Что он там из себя представляет? Кого он будет ставить, я пока не знаю, ребят. Но если я поставлю, например, вот так вот. К примеру. Он, наверное, знает, что... Ох ты. Запомним, что у тебя есть уничтожители надгробий. Но, в принципе, я ничего не потерял. Сумоисты, да, профукали. Но это не страшно, ребят. Так, теперь давай посмотрим. О как. Окей. Погнали. Грибочек, да, у тебя, значит? Будем знать. Поехали. Ох, орех. Да, этот орех мне не пробить будет. Хотя, да, на него не будет заклинаха вот это работать. Уничтожает растение 2 или меньше. Слушай, мне что-то вот это до боли знакомо все. Что-то мне вот это все до боли знакомо. Ага, прекрасно, друзья мои. То, что нужно. Поехали. Такс. У тебя надгробие, да, по-моему, там? Ты говорил. Давай проверим. Уничтожает. Угу. Стоит ли мне делать? Я думаю, стоит, ребят. Погнали. Угу. Так, если мы с тобой, например...
Ну, сделаем вот так. К примеру. Ага. Вот как он сделал, да? Ну что, уничтожаем кого мы с тобой? Вот этого пройдоху, да? И погнали. Тынц. Угу. Так, ну что мы с тобой здесь сделаем? Давай вот так вот. Да и вот так вот, наверное, да? Надеюсь, у него бомбы нету. А то будет печалька. Опачки. Да. Так. Жалко, конечно, жалко. Много кого он здесь подбил. Интересно, у него есть надгрубие или нету? Давай посмотрим. Если он сейчас еще съест могилу, ну это, конечно, трэш будет полный. И обидно. О, как делает. Рикошетит? Блин, плохо, ребята. Плохо, что отрикошетил. Сносим. Так, ну что? Давай сделаем вот так вот. Ну и вот так. Опа-на! Ты смотри, что у него, ребята. Ё-моё! Вот это печалька. Так, у него срабатывает. Сейчас защиту поставить, да, на свой этот... Нет, он ничего не стал делать. Так, ну что я могу здесь... Давай вот так вот сделаем. Слушай, ребят, ну это трэш уже какой-то идет. Тоже берет неуязвимку, тратит. Смотри, что творит, а. Ушлепок. Ладно, поехали. Блин. Ну что у тебя еще-то там выпало, а? Вот скажи мне, наконец, что у тебя там выпало, блин? 6 в лицо. У нас защита срабатывает. Окей. Куда бы это мне поставить? Наверное, вот сюда я влеплю. Ага. Ага. Давай сделаю вот так вот. Ну все, ребята, не воспользуюсь. Я рассчитывал немножечко на другое, если честно. Ё-парасоте. По-моему, крышка мне, да? 2 в лицо мы нанесем ему. Еще надо будет 3 в лицо. Как это сделать? Как сделать ему 3 в лицо, ребят? Так, допустим. Так, ну что? Давай сделаем вот так вот. Твою же налево, а у меня ничего не получится, ребята. Блин, горелый, не получится у меня. Элементарной энергии не хватит. Но у меня выбора не было бы. Он в любом случае поставил бы сюда, либо орех, либо сюда. Все, сфейлился, короче. Но я пытался, я старался, друзья.
Куда ты кинешь? Давай сюда, вот сюда вот. Да какая, блин, водичка? Ну ты посмотри, сколько у него легендарных карт. И у меня ни одной. У меня не было ни одной легендарной карты здесь, ребят. Вообще ни одной. Не веришь? Я тебе могу показать, что здесь у меня ни одной карты не было. Смотри. А, не, вру, вру, вот легендарная. Одна, две. Ну, мумия это не в счет. Это же не легендарная, нет, по-моему? Нет. То есть две карты было. Вот это вот легендарная, да? И это, ну, две карты. А у него сколько было? Этот огурец, или как его там звать, я не знаю, который превращает всех в этот, в ничтожество. Ладно, я еще разок, ребят, сыграю. Ну, проиграем так проиграем. Придется мне кого-то другого брать. У него все равно в разы больше, там, 6 или 5 лег было. А у меня только 2. Да и то выпал только одна. Ладно, хрен, грех жаловаться. Поехали. Сегодня попробуем дойти до 24 ранга. Так, 26 против меня. И опять цитрон, ё-моё, опять цитрон выпадает. Блин, а начиналось так круто, да, все? Да что ты будешь делать? Что это такое? Ё-просто, все, ребят, ну тут фейл. Тут элементарно мне просто не повезло с картами. Че это такое? Ну. Ну вон, видишь, что он творит уже. Я не знаю, как мне тут играть. Пипец. Я пока выставлю сейчас карту, ребят, меня тут разбомбят. 4. Самое первое это 4. Вы сейчас издеваетесь надо мной, да, просто-напросто. Ну и нафиг мне это, мне это не нужно. Че он там ждет, выжидает, что-то тоже не пойму. Че, поставим короля или как? Или... Блин, ну 100% у него или груша, или что-нибудь такое будет. Ну давай посмотрим. Просто проверим, блин, что он там будет делать. У него мина, ребята, есть. И он еще подкачает эту мину, да? Что он нанесет? 3 урона мне сможет нанести. То есть в любом случае выжим, если, конечно, он сейчас что-нибудь не придумает. А дальше кого выставлять? Короля? Или же вот этого зомби, который... Ну что он там думает-то? Зомби с... Стенорех вытягивает. Поехали. Угу. А, тут та бомбочка даже 2 урона наносит. Вот чё. Так, ну что нам тут сделать? Ну давай. Блин, я даже не знаю. Как тут, что лучше сделать? Ну давай вот так, наверное, с тобой все-таки захиляемся. Просто хочется посмотреть, что он там будет делать сейчас. У нас есть с тобой... Он еще мину ставит. О, даже как делает. 2 и 3, 5 в лицо, да? А мы с тобой 9 хп сделаем себе. Угу, погнали. Тынч. Получили, да, все-таки в лицо. Так, ну что? За 3 кого-нибудь можем поставить? Нет. Зато можем сделать вот так. Слушай, неужели у него есть могилоед? Такой может быть, ребят. О, как делает, смотри-ка. А у меня ландшафта нету, да? Поехали.
Кого он сюда хочет поставить? Я не знаю, ребят. У меня ландшафта нету? Похоже, нету. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Что мы с тобой сделаем? Этого нет смысла пока ставить. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Хотелось бы, конечно, мне вирус сделать. Тогда крышка бы ему была бы, но... Сейчас сюда поставит кого он там. Ага. Кого убирает? Вот кого, да? Все, я тебя понял прекрасно. Допустим. Поехали. Так, 4 в лицо. Так, дальше-то что? Дальше-то что, ребята? Ну, дальше мы сделаем с тобой, наверное. Так. Пропустим ход. И потом уже будем делать вирус. Все. Да, уничтожил гаденыш, а. Все равно вирус буду делать. А рикошет зомби делает. Все? Поехали. Угу. Ландшафт не поменять, к сожалению, ребята. Ландшафт не поменять, но это не страшно. Теперь мы с тобой сделаем... Блин, как тут лучше-то? Наверное, вот так вот. И вот так. Ага, убирает своего кого-то. Кого? Этого уберет? Хочет выставить его и убрать кого? Вот здесь? Медика убрал. Серьезно? Угу. Поехали. Все, ребята, победушка. Так, это нам еще нужно, да? Победа будет одна, чтобы... Ну да, еще одна победа. Трындец. Ну, погнали. Я все-таки за мехом должен допройти, ребята, эту лигу золотую. Так, дают мне... О, бабах. Бабах, ребята, опасный типок. Да не все опасные. Кто-то из подписчиков писал: Рея, каким, говорит, лучше всего играть героем? Я отвечаю, ребят, каждый герой по-своему хорош. Тут главное, чтобы у тебя было как можно больше легендарных карт из этого персонажа. Ну и, естественно, было бы неплохо, если бы были бы комбинации и синергии. То есть комбо — это немаловажная часть в этой игре. Так, что там? Угу. Он не ходит пока, ребята. Это вот меня всегда начинает напрягать, когда не ходят. Можно, конечно, это все скинуть на то, что никого у тебя нету, да, там, и так далее, и тому подобное. Ну, а также можно предположить, что он что-то выжидает. Ну, вот как, например, здесь. Галактический у него, понимаешь ли, этот гриб был. Мы можем с тобой сделать вот так. Дальше что мы с тобой сделаем? Сумо. Мы можем сделать вот так. Блин, а надо ли? Наверное, не надо. Будем смотреть, что он будет выставлять. Потому что я так уже высвел. Достаточно. Так, вызвал грибочек. Этот грибочек будет ему давать солнечную энергию? Нет,
Так дело не пойдет. Поехали. Так, еще три в лицо, да, получает? Так, ну, срабатывает у него защита. У нас следующий ход. Да, я вот так вот сделаю. Глупо, наверное, но... Ой. А вот это нечестно. Плюс сейчас эту, наверное... Как она, мина-то это? Нету у него? Кого удар будет? Блин. Ай, жаль, жаль. Ну, с одной стороны, жаль, а с другой стороны, вроде бы и нормально все. Так, что мы можем с тобой сделать? У нас хватает, в принципе, и того, и того. Шесть. Подожди, если я поставлю этого, у меня не хватит тогда вот... Сумоист. Только сумоист, ребята. Ох ты. Смотри, как хорошо он делает. Все равно, ребята, ему крышка. Пускай сюда идет. Нам, в принципе, без разницы, да? Нам вот главное так сделать. И все. Поехали. Бумс. Так. Мину сейчас выставит гаденыш свою. Как она там называется-то? Я уже забыл. Что-то он не делает ее. Ну а что, тут, по-моему, все, ребят, крышка. Я уже хотел сказать крышка, потому что я хотел делать вирус. Ну и ты сам понимаешь, что вирус бы нам такой буст офигенный дал бы. Ну и мы с тобой переходим на 24-й ранг. Так, я обещал пройти, да, теперь мы с тобой... 1000 монет, конечно, мы не успеем заработать, потому что это нужно дойти до 26-го ранга. Но я хотел сыграть вот за кого. Поехали, ребят. За наш супермозг. Им очень тяжело мне играть, ребята, если честно. Ну, интересно. Все колоды практически у него за кровожадность идут. Так, против нас орех в доспехах. Это, кстати, вот самый фиговый персонаж именно для супермозга. Убираем здесь и убираем здесь. Да. Ну, сундук выставлять сейчас нет смысла. Нету смысла, потому что он его забомбит. Видишь, о чем я тебе говорил. Повысил, да, гаденыш? Ну ладно, повысил ты мне все заклинашки. Я буду ждать своего момента, ребят. Момента истины, так сказать. Пока сундук я не хочу тратить. Мы с тобой сделаем немножко по-другому. Я выставлю, наверное, вот этого на следующем ходу. Ну, может быть, он, конечно, орех этот. Да, он его прокачивает. Он его прокачивает. И это плохо, ребята. Нам нужно как минимум 5 энергии, да, получается. Но мы можем с тобой сделать вот что. Он его, конечно, может убить. Но для этого ему... Ага. О, даже как. Ну, по крайней мере, этого голодранца здесь не будет. Так, что дальше у нас тут по прогнозу дня идет? А дальше у нас идет с тобой следующее. Мы поставим вот так. И все. Пока все, ребят. Блин, а вот это плохо. Это плохо. Заморозка. Да блин, не то совсем выпало, что надо. Вот сейчас мы доиграемся с тобой. Проиграем как эти. Как липки. Появление зомби наносит бонусную атаку. Погнали. Погнали. Угу, прикрылся, да? Шипы выставляет. Так.
Ну давай. Так. Ну что нам с тобой сделать? Наверное... Мы можем кровожадность влепить с тобой, да? А можем и вот так. Поехали. Блин, ну мне кажется, здесь не выиграем. Ну вот никак не получится. Никак у нас с тобой не получится. Три и это не хватит, да? Рикошетом его только можно, в принципе, да? Троечка, ну троечка, да, рикошет. Тогда сделаем с тобой вот так. Рикошетом. Как один вариант. Хотя мне это кажется не лучший вариант. Но я специально, ребята, взял супермозга, потому что мы с тобой прошли, как бы я ранг не потеряю, вот этот вот наш, на котором мы сейчас стоим с тобой. Захотелось мне просто вспомнить супермозга, и как я тебе и говорил, что мне тяжело за него играть. Ну что ты там задумался, ё-моё. Еще вот эта вот фигня, конечно, тут что стоит. У меня ландшафта нету, по-моему, у супермозга. Хотя кто его знает. Я не помню, есть или нет. Что такое? О, фотосинтез делает. И что? О как. О как он делает. Давай-ка мы этого чудика отсюда берем. Поехали. Уберем, блин. Да, да, да. Ну, не судьба. За супермозгом мне не судьба выигрывать. Так что давай с тобой возьмем. Давай ржавый разряд. Тоже давно за него не играл, ребят. Очень давно не играл, давай посмотрим. Я даже не помню, что у него там за колода есть. Ну, что есть, то есть. Тем мы будем играть. Так, мне дают Бонг Чоя против меня. Да-да, это, ребят, тот самый псих. Этого убираем. Этого убираем. Что-то как-то не зашло, да? Второй ход, потом есть третий. Эволюция зомби. Один за получение каждого мозга во время хода. Пропускаем. Вытягивает, что он там, две карты? Окей. Так, поехали. Начнем отсюда. Какая нам карта вытягивается? Ага, защита. Дальше что будем делать? Сумоиста вызывать? Хотя зачем нам сумоиста? Мы можем с тобой вот так вот сделать. Не, не надо. Лучше все-таки сумоиста. Лучше... Зачем я его сюда поставил? Скажи мне на милость. Я же его убил... Тьфу ты! Твою ж дивизию. Ну нафиг это надо было делать, а, ребят? Иди отсюда. Погнали. Так. Так. Четыре энергии, да? Эволюция. Плюс один закажу. Блин. Да бредятина какая-то. Ну, серьезно говорю. Ничего нет путевого. Угу. Прокачиваешь своего этого. Пускай он вкладывается в него, ребят. Мне, в принципе, все равно. Единственное, что здоровье-то у нас не резиновое, но я все-таки. Погнали. Посмотрим, что он будет делать. Хильнуться у нас не получится. Так, он ставит фонарь. Усиливает свой фонарь.
Поехали. Да ё-моё, давай еще истерику вруби свою. Так, кто у нас тут вылупится, сейчас посмотрим. Оу, рикошет. Ну-ка давай этого уберем отсюда. Так. Что теперь? Теперь сделаем вот так. Что он там? Наносит 2 единицы урона всем, да? На земле. Окей. Давай сюда прокачку. Этот 5-3. Да ты запарился своим фонарем, а? По-моему, сфейлился я, да, друзья мои? Да не по-моему, а сфейлился я. Атаку понизили, он ее все равно восстановит. Все, тут фейл, ребят. Ржавый разряд тоже не подошел под критерий мой. Ну, это пока, я тебе говорю, экспериментируем. Вспоминаем. Ну, а теперь давай брать нашего старого клиента. Да-да-да, именно. Супермозг. Ой, блин, супермозг. Разгром, конечно же. Сейчас посмотрим, как... Ой, ё-моё, мне розу дают. Мне подсовывают розу. Ну, этот клиент мне более привычный. Что-то жестко как-то. Что-то жестко мне как-то выпало-то здесь. Ну что, у нас она на чем? На козлах своих будет играть, наверное, да, я так понимаю? Скорее всего. Козлы, шипы и все тому подобное. Купит карты. Ну что, мне вот этого выставлять, что ли? Да ну. Я подожду. А этот у нас за что? При использовании. Угу. За каждую единицу здоровья героя. Ну черт его знает, давай попробуем сделать так. Ничего он не хочет почему-то делать здесь. Погнали. Ага. На отхилах, да, решил, значит. На отхилах. Ага. Так, еще урон. Так, что бы мне тут сделать? Ну, давай я вот так вот сделаю. Не может быть, чтобы у Розы... А, у нее же есть это, превратить в зомби, да? За одну единичку. И есть превратить в козла. То есть она может в любом случае уничтожить мне... моего зомби, которого я призвал. Способов очень много. Слушай, ну она на хилках, значит у нее очень много должно быть хилящих растений. Видишь, в козла превращает. Окей. Потратила, не забываем об этом. То есть теперь можно... Опа. Что? Хочешь сказать, что у тебя еще и заморозка есть? Ты, блин, серьезно сейчас? У него есть, у нее есть заморозка. Это плохо, ребят. Давай я вот так сделаю.
Что-то мне как-то не нравится это все. Арбуз мы уберем с тобой. Угу, конечно. Заморозка, это плохо. Это, друзья мои, плохо. Так, ну ладно, прокачиваем тогда чуть-чуть наших бойцов. Что там у тебя? Так, и так. Ёкаламане, ну давай я так вот сделаю. Будет замораживать. Вот упырь. И хиляться заодно, да? А нет, хиляться не будет. Кого ты заморозишь-то? Смотри, что творит, а? Так, минус. Хиляет все здоровье, да? Ну что же, попробуем тогда сделать вот так. Опять же, сейчас куча заморозок, да, будет? Заморозка, понятно. Так, этого сейчас тоже заморозят, естественно, ребята. Удивляться здесь нечему. Колода на заморозках у нее, так что не радуемся здесь. Так, вот это вот мы меняем с тобой. И поехали. Все? Понеслась. Окей. Дальше, 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 дальше. Что у нас вот здесь? Отхиливаемся. Пока хватит. Да, напряженная ситуация. Что там? Уничтожать всех зомби и растений на земле? Ну как, ладно. Так, у него же есть заморозка надгробий, да? Помни. Блин! Прикинь? Кто у него тут лежит, блин? Вот так вот, ребятушки. Кто бы мог подумать, а? Так, у него еще, наверное, замораживающая груша. Смотри, что творит, а? Зря, да, поставил? Поехали. Прощай, зомбик. О, ну хотя бы так сделаем. Так. Сколько у нас здесь получает? Ага. Погнали. Ёлки-палки, смотри, что у нас тут есть. Так, посмотрим. Да ты запарил, ёпрасоты. У него, блин, все есть, ты прикинь. Ну, 4 в лицо получим, да? Даже сюда. Так, это что тут хлопец?
Так, захиливаемся. Чё, погнали, ребята. А чё у нас? Выбора нету. Пью, разбомбили. Только лишь этого уничтожим, да, получается? Ну и вот здесь вот, и все. А с остальными что делать? Как вот здесь быть? Похоже, все, ребят. Нам крышка. Да. Все так хорошо, но вот это вот вообще не в тему, ребят. Кто у него там за 4 энергии вылетел, я не знаю. Заморозка зомби еще. Ну ты прикинь, что творит, а? Ладно, давай смотреть. Король выпал мне. А фиг мне, от него толку уже никакого, ребят. Было рядышком, но не получилось, как ты видишь. Так, разгромом. Мы получаем с тобой еще 10 гемов. Да, что-то разгром тоже. Так, ну что, мы с тобой хотели как делать? Если у нас получается фейл за зомби, переходим за растение, да? И первым будет у нас орех. Поехали. Потому что там, я не знаю, какая-то фигня, ребят, происходит. То есть ты дерешься, 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 а потом у тебя фейлы, фейлы, фейлы. Если ты меняешь почему-то класс, у тебя сразу идет в плюсик. Ну, по крайней мере, вот я заметил так. Не знаю, что из этого получится. Смотрим. Так. Так. Ладно, сгодится. Это у нас ржавый разряд. Собственные, блин, персоны, да? Ну, что ты там тюкаешь? За сколько я проиграл? Раза 4, наверное, к ряду, да, получается? Супермозг. Разгром. Ржавый разряд. Ну да. 4 или 5 раз к ряду. Так, ну что мы будем здесь? Выпускать песика или не будем? А сейчас посмотрим. Ну что ты там задергался-то как паралитик, ё-моё. Вот так вот, да? Ну давай, допустим, мы сделаем так. Кто там у тебя? Ага. Вот что у него тут, смотри-ка. Тюнь. На тебе, гаденыш. Он прокачивает себе так вот, понятное дело. Если кого-то он выставит, моя пёся рванет за ним. Ну, вот так вот, да, ты решил сделать? Тогда я сделаю вот так. Оу. Кто там? Бонусную атаку делаешь? Ну ладно, давай. Пока. Деловой думает, эй, прокатило все. Нет, парень, ничего не прокатило у тебя. Если мы с тобой поставим... Да, я грушу поставлю сюда. Поставлю сюда грушу, наверное, да? И... О, вот ты как. Вот ты как решил сделать, да? Ладно, поставим грушу. Поехали. Что он будет делать? Допустим. Все? Все, поехали. Пять, блин, мне не хватает. А хотя подожди, нет, не хватает, ребят. Хотя подожди, все, все, нормуль. Сейчас мы с тобой сделаем кое-что. Плюс два, да? Тогда делаем с тобой вот так вот.
И вот так. Пускай он тут хоть что делает уже. Угу. Берешь мозги, бери мозги. Прокачиваешь своего олуха. Так, у нас защита. Мы ставим с тобой сюда орех. Замечательно. Так, если мы сюда орех поставим перед ягодой или нет, я не помню. Ну что, погнали. Ой, чуть не то сделал сейчас, елки-палки. Давай этого ханурика давим. Так, 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 так. И что? Ну и вот сюда его спрячем. Поехали. Так, что он там будет делать, я не знаю, ребята. О! Ландшафтик поменял. Плюс еще атаку сделает. Допустим. Два ореха у меня уже, все, пора. Но, ребята, что-то нам выделывать здесь. Угу. Арена и это. Интересно. Так, ну, во-первых, я вот так сделаю. Это раз. А во-вторых, сделаю вот так. Поехали. Что там зомби получает? Угу. Окей. Ну что, мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Опачки, смотри, что творит. Нет, 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 нет. Ну все, это крышка, ребят. Да какого хрена ему вот это вот выпадает? Вот объясни мне, пожалуйста, а. Что он там набрал-то? О, все, ребят. Ну тут, извини, тут у меня нет слов просто-напросто. Тут вина не ореха. Тут вина в том, что вот это вот говно вылезло. Все, я не могу ничего сделать. Почему вот им так везет? Мне везет, знаешь, на какой-то элементарной ошибке противника. Мне может повезти. Мне не повезет, что мне выпала офигенная карта, которая вот так вот бустанет мой отряд. Понимаешь? Нет. А им, противнику, вот так вот все время... Офигеть. Разгром выпал. Ой, этот зомбобот выпал. Нормально? Вот так вот просто с лету сразу же. И еще такая карта, которая за каждое убийство дает ему карты. Охренеть. Хоть одну победочку-то мы сегодня с тобой должны отыграть. Ну что ты вот пришел? Вот. Ну вот что им мне здесь сделать? Ладно, давай так вот, наверное, бомбанем. Хотя бы дали арбуз. Этого я уничтожу на следующем ходу. Молоточком по башке, сам понимаешь, да? Молоточком по башке, блин. Ну все, успокойся уже. Что-то я расстроился, блин. Как так вот может быть, а? С таким вот шансом на везение. Ну, трындец, ребят, просто. С таким шансом на везение. Давай. Гуляй, Вася. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, почему... А, копится, да? Теперь копится у нас. Да вы заколебали, а?
Да уж, вот тебе и тру-ту-ту. Угу, погнали. Ой, у него сейчас сработает эта долбанная защита. Смотри, все под стать идет, а? Давай, защита сработает, сработала, наконец-то. Она мне как бы ни к чему сейчас. Ну все, пипец. Все, ребят, тут трындец полный. Тут просто полный трындец. Привет, привет. Угу. Всех на прокачку, да? Удачи в боях, спасибо. Попытаемся что-нибудь здесь сделать. Так, во-первых, поставим защиту с тобой. Не знаю, зачем она мне нужна была сейчас в данный момент. Так, давай хильнемся, наверное. Так, да? Плюс. Вот сюда вот мину поставим. Да и хорош пока. Усиливать будет он своих зомбарей или нет? Кровожадность ставит. Ну, в любом случае, им крышка здесь всем. Нет, не всем. Но пробить не пробьет. Погнали, короче. Да на ты, получи. Да он наверняка вот этих вот мелких набрал, и они у него там сидят, тусуются просто-напросто. Вот и все. Угу. Что ты там дальше будешь делать? О. Рыцарь. Все, надеюсь, на этом. Поехали. Так, секунду. 2, 4, 6. Блин, не хватит. Тогда лучше нам вот здесь вот, наверное, уничтожить. Да? И... пум-пум-пум-пум. И поставить вот сюда. Так, я думаю, или как лучше сделать? Давай так вот, наверное, сделаем. Поехали. Кровожадность, ребята, офиг ли сделаешь. Вот такая вот штука, это кровожадность. Наносит 2 урона. Хорошо, в табло получишь тоже. Поехали дальше. Так, ответочка. Вот теперь сиди, думай, что лучше здесь сделать. Так, у нас есть кокос. Блин, еще же этот бомбит, я забыл совсем. Блин, жалко, у меня нет карты уничтожить всех зомби на земле. Вот это было бы прикольно, ребят. А в данный момент мне только лишь остается сделать, наверное, 6. Да, только лишь вот так. И все пока. Пока все. Так. Ну, хотя бы этого гаврика уничтожим, да? У него... Ну что, ребята, выставляем тогда. О, сейчас еще в лицо нам прилетит. 2 единички. Ну я просто не знаю, ребята, что еще тут сделать можно. Я просто уже не знаю. Если я поставлю вот этого, мы все равно, да, отгребем, получается. Деваться некуда. Погнали. Так, 4-3. У него 2 карты. Что там зомби получает? Ага. Восстанавливает здоровье ему, да? Поехали, короче. Так. Допустим. Так, что дальше нам делать с тобой?
Угу. Так, ну это ладно, это фигня. Он возьмет карту там. Угу. Мы с тобой сделаем вот так. И, наверное, вот так. Поехали. Этот там все потихоньку прокачивается, да? На тебе. Так, этого в минус. Так, этого уничтожаем. А, он выжил еще. Гаденыш ты такие, ты посмотри. Спортсменчик. Лаборант, да? Так, мы здесь с тобой прикроемся, это раз. Так, потом сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Поехали. Ну, так, у нас с тобой только лишь один орех остался. Ой, ребята, сейчас если у него сработает еще защита. О, как даже прокачивает. Смотри, что творит, а. Поехали, короче. Срабатывает защита. Все, по-моему, крышка, ребята. Угу. Я так и понял. Ну, ты видишь сам. Ну, не везет, блин. Ну, не везет, и все. И такой ты тут тресни. А, у нас же защитник. Я и совсем забыл. Правда, он погибает. Да что вы издеваетесь сейчас? Я не пойму я. Вот этого вот. Ну, что мне там выпадет? Тьфу ты. Поставил. Зачем он сюда его поставил? Скажи мне на милость. Ну, подкрепим мы с тобой здоровье. Ёпрсты. Ёпрсты. Давай сюда поставим. Поехали. Что там, зомби получает плюс 3? Интересно, у нас работает защита с тобой или нет, а? Мне кажется, нет. Ай, господи. Да, ребят. Короче, давай-ка мы с тобой, наверное, будем закругляться, потому что, ну, это полный трэш идет уже. Фейл за фейлом. Что-то мне не везет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.